Ребята, привет всем! Значит, я показываю, как варятся сосиски по-грузински, ребята. Значит, в воде кидаем лавровый лист, листов 4-5. Она закипит, потом кладем сосиски, ребята. Молочные кладем. Молочные, естественно. Сейчас покажу. Сейчас покажу. У нас ветер, потому вот приходится как-то класть. Но сосиски, я вам скажу, ребята, что кто тут передо мной стоит, у них как бы получит торговля, дай бог, чтобы было еще лучше, естественно. И он купил. Сегодня он на своей машине, ребята, меняет лобовое стекло. И хочет, чтобы вкусно покушали, ребята. Поняли, да, ребятушки? Сейчас покажу, что творится, короче. Собачкам дал свою долю, так сказать, ребята, и пришел. А это вообще-то не накроем пока. Сейчас покажу, что творится, ребята. Сейчас покажу, естественно. Извиняюсь, я не на то нажал, ребята, но вот смотрите, лаврушка, вот, пожалуйста, она прям сварилась туда. И сосиски. Сосиски называются по-грузински, ребята. И, естественно, мы его потом кушаем с горчицей. Вот такие вот пироги, ребята. Все, пока-пока. Всем приятного аппетита, ребята, кто кушает, кто не кушает и кто будет кушать. И дай бог тому, кто не может кушать, чтобы побыстрее смогли, ребята, покушать, дай бог, Бога я прошу, чтобы побыстрее покушали, кто не может на сегодняшний день кушать самостоятельно. Пока-пока, ребята, вот такие вот пироги, сосиски по-грузински.